Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Второй вопрос. Задает мне его Илья. Кикутика карате в олимпийском виде программы. Я считаю, что это возможно вполне. Естественно, что люди, которые над этим работают, пытаются сделать все, что от них зависит, но пока что это достаточно сложно идет и тяжело. Методики подготовки будут меняться, это естественно. Для меня самое главное, чтобы все-таки кикбоксинг остался контактным видом. Возможно и такое, что из него могут сделать и бесконтакт, если у руководства всем будут люди, которые именно направлены на эту тему. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.